За последний месяц мы наблюдаем всплеск травматизма детского и количество преступлений в отношении несовершеннолетних. Поэтому сегодня на оперативном совещании было принято решение усилить работу совместно с Министерством внутренних дел по информационной безопасности наших детей, по безопасности на дорогах, по работе со школьниками и их родителями в преддверии Дня знаний. Вы знаете, что с 17 августа по 13 сентября проводится на территории Вологодской области совместная акция с Министерством внутренних дел «Внимание, дети». И мы обращаемся сегодня к родителям наших учеников, которые пойдут в школу 1 сентября, чтобы они обратили особое внимание по маршруту движения их детей к школе, по занятости детей после школы. И я думаю, что те, кто пойдут в первый класс, наверное, какое-то время обязательно надо, чтобы родители их посопровождали и вместе с ними походили по тому маршруту, которым их дети будут ходить все оставшиеся 10 лет.